Добрый день всем. Это канал про розы, роз, лов. Роза, любовь, другими словами. Так. Обещала показать свое, так сказать, Angel Eyes во время цветения. Ну вот, начало зацветать. Цветочек что-то совсем маленький. Так что, мне кажется, не какой-то не Angel Eyes. Вот они. Серединку почему-то закрыла. Но это цветочки вот уже цветут второй или третий день. Она только-только начинает второе цветение. Такой кустик. Лимба. Один кустик отцветает. Второй набирает вторую волну. Ну, вот опять ее не видно, что оно шампань цвета. Такой бело-зеленый. Ну, красиво, мне так нравится. Лимбочка. Лимба. Светящиеся рифленые цветочки такие. Ой, лапа моя в кадр попала так. Ну, вот он, лимба. Мне кажется, сейчас он немножко желтее, чем расцветал до этого. Это, если можно назвать, вторая волна. Это эптайд. Пахнет очень вкусно. Цветочек почему-то расцвел вот такой маленький. Вот, совсем сантиметров, наверное, 6. В первое цветение было побольше. Ну вот, как-то пришлось так много срезать. Вот какой-то такой он. Пока узенький, маленький. Но цвет красивый, мне нравится. Ну, не сильно, мне кажется, с лимба все-таки сочетается. Больше светлые оттенки. Французское платье срезано. Цветет моя неизвестная. Сейчас вот она пораскрывала совсем серединки. До этого она цвела, не раскрывала. Но она закроет к вечеру, она соберет лепестки. Вот еще бутоны. Она как-то не все открывает, а очень постепенно. Ну, цветки большие, издалека смотрится красиво. Вот цветочек сантиметров 12, наверное. Так, угол срезала. Ой, а Spirit of Freedom уже все вот. Spirit of осыпался. Жаль. Ну, вот еще цветочки. Но не такой большой цветок, как вот этот, который осыпался. Ну, сколько ж? А он цветет, цветочек подержал пару дней всего. Вот еще цветочки. Так что вот. Кое-что цветет. А это 20 июля.